Здравствуйте. Рядом со мной Вячеслав Мусолов, компания Pix Robotics. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножко о компании. Ну, наша компания – это ведущий российский вендор платформы RPA, то есть Robot Process Optimization. Мы помогаем бизнесу роботизировать рутинные операции и снизить вовлечение людей в рутинные операции. То есть у нас люди должны принимать решения, а не перекладывать из Excel в корпоративную систему. Ранее в России, соответственно, RPA была представлена зарубежными вендорами, то есть практически все ритейлеры инструменты RPA используют, потому что позволяет существенно снизить, получается, стоимость персонала и сократить количество людей на рутинных операциях. Поскольку ведущие вендоры после санкций уходят из России, это компания UiPath Blue Prism, наша компания сейчас является лидером по замещению в этой области. У нас вышел инструмент PIX-переходник, который позволяет в полуавтоматическом режиме осуществить быструю миграцию с западного, американского и британского ПО на российский аналог. Закрыли все проблемы, получается, есть решение, есть инструмент миграции, получается, все пройдет плавно. Расскажите немножко о бизнес-сессии, вы являетесь спикером нашей деловой сессии, расскажите о теме, вот какую будете сегодня рассказывать нашим лидерам. Да. Мы сегодня рассказываем про последние тренды роботизации в ритейле, то есть про гиперавтоматизацию, про сокращение затрат на рабочую силу, соответственно, и роботы, которые позволяют существенно повысить, получается, скорость процессов и качество процесса в ритейле. Это роботы, которые собирают с магазинов, с касс, допустим, отчеты по эквайрам, роботы, которые проводят сверки с контрагентами, с поставщиками, соответственно. Бумажные документы они смогут оцифровать, распознать, загрузить в ERP-систему и переслать поставщикам, то есть существенно сократить количество ручного труда. Замечательно. Расскажите, может быть, о каких-то еще интересных моментах, которые были разработаны совсем недавно или которые готовы вот-вот к выходу. Ну, у нас вот последний продукт, это PIX-переходник, это как раз продукт по миграции. Он позволяет компаниям, тому же, допустим, X5, кто использовал 200 с плюс роботов UiPath, в полуавтоматическом режиме быстро мигрировать на нашу платформу. Мы планируем, что этот продукт, кроме России, остается, дальше мы пойдем с ним на другие рынки. У нас открывается представительство, получается, в Латинской Америке, в Колумбии, в Индии, и мы планируем, что осуществив импортозамещение в России, мы в том числе с этим продуктом будем работать на международных рынках. Пожелаем вам стать лидерами этого рынка по всему миру и удачи. Спасибо большое.